Здравствуйте, с вами программа «Гипотеза», и я Лилия Иликова. Сегодня у нас в гостях, с удовольствием вам представляю, директор Института Европы Алексей Анатольевич Громыко. Добрый день. Алексей Анатольевич, вы возглавляете Институт Европы, и в Европе сейчас происходит множество интересных процессов, поэтому и тема такая заявлена, как риски, вызовы для Европы. Не секрет, что и отношения России с Европейским Союзом сегодня проходят по такой вот достаточно сложной траектории. Поэтому скажите, пожалуйста, какие основные вот сценарии развития российско-европейских отношений вы сейчас видите? В самом деле в Европе неспокойно, это мягко скажем. Я думаю, что ничего близкого Европа не испытывала, и в данном случае я использую термин «Европа» широко. Это не только Евросоюз. Евросоюз в Институте Европы мы называем «малой Европой». Мы употребляем часто термин «большая Европа». Это не просто территория от Лиссабона до Владивостока, но это представление о том, что Европа — это не столько географическое понятие, сколько понятие культурное, историческое и цивилизационное. Ясно, что о большой Европе сейчас мы рассуждаем больше как о, ну, если не о мечте, то о том, что отодвигается в будущее, хотя еще 10 лет назад мы вполне серьезно работали над тем, чтобы эта концепция воплощена была в жизнь. И если все-таки брать в таком широком смысле, то Европа в настоящее время представляет из себя нагромождение разных проблем и кризисов. Многие из них имеют сугубо такую внутреннюю природу и причину. Другие пришли в Европу извне. Но учитывая то, что Европа, хотя мир уже давно не европоцентричен, но учитывая то, что Европа влияет очень сильно на мир, то многие проблемы, которые приходят в Европу, кажутся сугубо внешними. На самом деле это проблемы в генерации или в генезисе, которых Европа сыграла свою роль. Предположим, проблема миграции — это проблема, которая имеет не только причины такого внешнего происхождения, но Европа тоже приложила свою руку вот к тому всплеску миграции, который наблюдался, его пик пришелся на 2015 год. Естественно, Европа — это проблема безопасности. В данном случае я имею в виду жесткую ее разновидность. И, конечно же, сейчас наиболее острый вопрос — это решение Соединенных Штатов о выходе из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Это проблема создания в Европе системы противоракетной обороны, что делается под эгидой НАТО, но де-факто и по сути это часть глобальной американской системы противоракетной обороны. Естественно, мы говорим о, если сужать наш вот фокус до Евросоюза, то у всех на устах термин, который 4 года назад, даже 3, всем казался некой экзотикой, это Brexit. Сейчас о Брекзите рассуждают, по-моему, все от младенцев до самого старшего поколения. Это вопрос о том, какой баланс или соотношение между центростремительными и центробежными процессами в Европе, насколько Евросоюз в 21 веке устоит, а для России это очень важно в связи с тем, что единый Евросоюз, чтобы был. Ну, в первую очередь, России это важно, так как Евросоюз — это единый рынок.
То есть, если мы говорим о этом субъекте как о торговом и экономическом партнере России, то к этому субъекту надо относиться не как к сумме 28 стран, ну или скоро 27, а как о едином субъекте. И в этом плане, учитывая то, что 40% товарооборота России с Евросоюзом, то ясно, что дестабилизация на этом пространстве может ударить по интересам тех бизнес-структур малого, среднего и большого бизнеса нашей страны, который активно продолжает вести свою работу вместе с европейскими визави. Так что проблем очень много. Это и проблемы социального неравенства, и проблемы политического лидерства. И говорить о каждой из них можно долго. Я думаю, что суммируя, можно сказать о том, что Европа на перепутье, на распутье. Очень сложно сказать, как эта часть мира будет выглядеть через 10 или 20 лет. Все зависеть будет. Ничто не предопределено. Ни положительные, ни негативные сценарии. Все зависеть будет не только от объективных причин и обстоятельств, но от субъективных, от того же политического лидерства и от того, насколько Европа сможет преодолеть вот это как новое состояние противостояния. Не столько в данном случае, я имею в виду, в военном плане, сколько в политическом, в социальном, даже в культурном. К сожалению, сейчас проблемы с политической сферой, они перетекают и на образование, культуру, социумы наши. И, конечно, с моей точки зрения, в этом ничего радостного или предопределенного нет. Россия, несмотря на то, что это глобальная держава, держава с глобальными атрибутами, надо проводить многовекторную политику, а она подразумевает, что для нашей страны очень важно иметь нормальные, по возможности дружеские, и союзнические отношения со всеми крупными центрами силы, расположенными вокруг нее. Естественно, что бы ни происходило с Евросоюзом, но такие страны, как Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша, они в 21 веке для России будут важны с точки зрения их веса и влияния. Вот сразу у меня прям несколько вопросов по тому, что вы сейчас сказали, возникает. Первый, я все-таки, давайте, про Brexit спрошу. Никуда мы от него не уйдем, тем более, что вы, наверное, наиболее известный специалист по британским исследованиям. Тут что интересно, многие сейчас партии политические, которые в Европе набирают вес, правые партии, они сначала приходят к власти, имея повестку евроскептическую, в том числе, например, был такой лозунг «Dexit», когда альтернатива для Германии какое-то время назад шла на выборы. У Лиги Севера, которая ныне Лига в Италии, был такой термин «Италексит», когда они снова только набирали очки. Но при этом ни одна из этих стран, естественно, даже когда эти партии уже попадают в политический истеблишмент, не актуализирует повестку выхода. В Великобритании, тем не менее, практически все наоборот. Великобритания не стала присоединяться в свое время к Римскому договору в 1957 году, когда, возможно, это было. В 1963-1967 уже, наоборот, было желание вступать, но там Де Голль наложил вето. В 1973 году, то есть это сколько лет назад? Совсем 45, совсем недавно. С третьего раза Великобритания вступила в ЕС. И теперь мы видим уже процесс снова выхода. То есть Brexit был проведен, процедура начата. При том, что вопросы о целесообразности членства в ЕС уже и в 2011 году поднимались. То есть вот что такого с Великобританией, и что
и не сразу они вступили, и теперь хотят выходить, но выходят с таким трудом. И в чем сложность вот этих переговоров, которые сейчас проводят Великобритания с Брюсселем официальным, именно о выходе? Почему каждый раз поднимаются ставки? Почему каждый раз увеличивается сумма там, вот этих вот возмещений? И к чему в итоге это приведет? Не будет ли какого-то переголосования вообще? Возможно это с политической точки зрения или нет? То есть состоится Brexit или что-то еще там возникнет? Вот. В череде выходов или экзитов, о которых вы сказали, в последнее время прозвучал и термин «пол-экзит». Его произнес никто иной, как Дональд Туск. Президент Евросоюза, если да, быть более точным, то председатель Совета ЕС. Он сам поляк, как мы помним, был премьер-министром этой страны. Ну и можно сказать, что он использовал этот термин для фокусировки внимания на проблемах между Брюсселем и Варшавой. Но, в принципе, сейчас многие страны в той или иной степени могут ассоциироваться с Брекзитом. Но если не в прямом смысле, то в смысле проблем, которые внутри Евросоюза накапливаются и приводят к тому, что наднациональные настройки в Евросоюзе вступают в конфликт с государствами-членами. Это происходит и с Польшей, и с Венгрией, и с Чехией, а теперь и с Италией. Хотя мы знаем, что в последние дни найден, по крайней мере, временный компромисс. 2,04% вместо 2,4%. Здесь, мне кажется, очень важно, во-первых, сказать о том, что евроскептицизм – это, конечно, не только монополия новых правых сил. Та же самая Италия, движение 5 звезд – это не правоцентристская сила. Они стали теперь евроскептиками, но там Луиджи Ди Майо в одном из выступлений осенью как раз он заявил о том, что, общаясь с избирателями и общаясь с журналистами, что вы знаете, что изначально я не был никогда евроскептиком, я был за Европу. Но теперь, увидев, как они к нам относятся, это было после случаев с Аквариусом, с Дичотти, то есть все вот эти вот вопросы, когда не решались просто летом, очень проблемный вопрос с высадкой мигрантов, то есть он очень жестко сказал, что теперь я не хочу больше договариваться с этой Европой, буквально там было, потому что дни этой Европы, они уже сочтены. То есть, ну, это прозвучало, конечно, как гроб среди ясного неба, но не было раскручено. То есть, левые, но по сути левые, но все-таки евроскептики теперь. Надо сказать о том, что евроскептицизм не обязательно должен подразумевать стремление какой-то политической силы или страны выйти из Евросоюза. Таких евроскептических партий, тем более сил, которые имеют шанс прийти к власти не только как младший член какой-то коалиции, но задать тон в политической программе той или иной страны, их на самом деле очень мало. Евроскептики в большинстве это партии или политики, которые настроены против Евросоюза не как против проекта, а как против той системы взаимоотношений, которая на сегодняшний день сложилась между государствами-членами и наднациональными структурами. То есть это извечное, в общем-то, по истории Евросоюза, такое перетягивание каната между межгосударственной и супранациональной, наднациональной надстройкой Евросоюза. Вот эти два столпа всего интеграционного проекта, они часто спорят друг с другом. И в этом споре, ну, по крайней мере, всегда раньше в истории рождалась какая-то истина, какая-то золотая середина. Будет ли так на этот раз, сказать сложно. Сейчас ситуация, которая может не оказаться в русле представления об истории Евросоюза как о череде
созидательных кризисов. Сейчас кризис, может быть, уже не такой, как это было в 2008, 2009, 2011, но все равно это кризисное развитие, это такое, это стагнационный рост, по крайней мере, социально, с экономической точки зрения. И мы здесь можем вернуться к Великобритании и в самом деле сказать о том, что это необычное очень явление, вот этот выход, при всем при том, что Великобритания всегда была неудобным партнером для Евросоюза, как вы сказали, Великобритания вначале делала очень много для того, чтобы фактически торпедировать этот проект. Великобритания, если вспоминать, еще 50-е годы изначально приняла участие в межправительственной конференции в Мессине, которая начала свою работу в 55-м, но потом вышла из этого диалога. И, естественно, в 57-м не только не поставила свою подпись под римскими договорами, но и запустила свой собственный проект, в котором она была лидером. Это создание Европейской ассоциации свободной торговли, EAST. И эта организация была создана в 1960-м. И, в общем-то, это такой был соперник тогда вот этим нарождающимся структурам ЕС, тогда Европейского экономического сообщества. Но очень быстро для Лондона стало ясно, что эта политика невыгодна для страны, надо балансировать между объективными этими процессами. Дважды в 60-е годы Британия старалась вступить в Евросоюз. Де Голль дважды это блокировал, считал, что Великобритания — это троянский конь США в Европе. Это это так? Это цитата из Де Голля. И в 73-м, наконец, третьей попытке, Британия вступает в Евросоюз. Но, тем не менее, с 73-го года... Кстати, надо вспомнить о том, что в 1975-м в Британии уже проводился референдум, да. Но тогда правительством лейбористов Вильсона проводился референдум о членстве в Евросоюзе. Тогда с достаточно большим перевесом победили сторонники нахождения Британии в ЕС. Но с тех пор Британия была так называемым неудобным, awkward partner, неудобным партнером Евросоюза. И если говорить очень упрощенно, то делала все, чтобы интеграционные процессы в Евросоюзе шли в основном вширь, чтобы интеграция в основном имела количественные показатели, но не шла вглубь. И в этом смысле вся история, которая привела к Брекзиту, в каком-то отношении это должно было случиться рано или поздно, хотя мало кто в это верил. Вспомним о Маргарет Тэтчер, о ее знаменитой речи в Брюгге. Все то, что Тэтчер делала второй, по крайней мере, половине 80-х, это укладывалось в особость Великобритании. Да, это страна в Европе, но Великобритания всегда была особой частью Европы. Кстати, это очень похоже на спор почвенников или славянофилов с западниками в нашей стране. В Великобритании всегда были свои почвенники, всегда были свои западники. Только западники там, это были те, кто выступал за особые отношения с США, а почвенники – те, кто считал, что Великобритания должна быть как бы частью, если так можно выразиться, континентальной Европы. Но случилось то, что случилось. Референдум в июне 2016 года мог, конечно, не привести к Брекзиту. Это тот самый момент в истории, где очень большую роль сыграл субъективный фактор. И, конечно же, Дэвид
Кэмерон, его вся линия на умиротворение евроскептиков своей партии, его желание прекратить отток части электората Тори в ряды UKIP, в ряды партии независимости Соединенного Королевства. Вот эти все такие внутриполитические маневры привели к тому, что та часть политического истеблишмента, которая в Великобритании у власти была до референдума, она упустила ситуацию из-под контроля, и к удивлению самого Дэвида Кэмерона и многих из его окружения, около 52% проголосовало за выход. Но опять-таки напомним о том, что люди проголосовали за некий выход. Но в какой форме, на каких условиях, об этом у людей никто ничего не спрашивал. Так что вокруг этого в последние эти два года и ломались копья. На сегодняшний день практически все вопросы урегулированы, в том числе об отступных, так назовем их, которые Великобритания должна заплатить. Но проблема остается с так называемым бэкстопом. Бэкстоп – это такой предохранитель, гарантия. Если переводить буквально, бэкстоп – это, например, вот машина у вас стоит и не работает стояночный тормоз, и вы подставляете под задние колеса такие клинья специально. Чтобы назад уже нельзя было сдать. Чтобы назад, да, нельзя было сдать. Выходите, и все, и выходите. И бэкстоп, он касается вопроса о границе между Северной Ирландией, как частью Великобритании, и Ирландской Республикой. Вот главная проблема на сегодняшний день. И Шотландия. Вот Шотландия голосовала за членство. В целом Великобритания проголосовала за выход. Там, как вы считаете, будет какая-то точка напряжения? Или только в Северной Ирландии вопросы будут? Никола Стерджин на днях уже заявила о том, что Шотландия берет курс на проведение второго референдума о независимости в том случае, если Великобритания все-таки выйдет из Евросоюза на условиях, которые есть сейчас. Это большой вопрос, потому что Тереза Мэй, как мы знаем, отложила на прошлой неделе, во вторник, голосование в парламенте, потому что было абсолютно ясно, она его проиграет. А голосование было по тому пакету документов на 585 страниц, который был одобрен на предыдущем саммите Евросоюза. Тереза Мэй также поставила под ним свою подпись. Если бы Тереза Мэй это голосование проиграла, то фактически это мог бы быть и вотум недоверия ей, и последствия были бы самые непредсказуемые. Сейчас голосование будет, наверное, где-то в середине следующего месяца. Трудно сказать, никто не может сказать, как Мэй собирается это голосование выиграть. Напомним о том, что консерваторы – это самая крупная фракция в палате общин, но эта фракция не имеет абсолютного большинства. И правительство Терезы Мэй – это правительство меньшинства, и они действуют при поддержке 10 депутатов от юнионистской партии Ольстера. И если они лишатся этих мандатов, не говоря о том, что голосовать против этого пакета соглашений будут и либеральные демократы, и Плайд Камри, партия от Уэльса, и Шотландская национальная партия, и достаточно много депутатов от самой партии Мэй, от консерваторов, шансов очень мало. Я не скажу, что их практически нет, но их очень мало. Так что вопрос о шотландской сецессии, он стоит. Учитывая, что в 1320 году они уже подписывали декларацию об отделении. То есть вот как
постоянный, получается, вопрос, что с ними будет все-таки, учитывая вот этот второй референдум, про который вы сказали, что не выносит вопрос. Но с Шотландией очень интересно. В вопросе с Шотландией о евроскептицизме речи никакой нет. Там они наоборот. Ситуация прямо противоположная. Это регион, где еврооптимисты преобладают над евроскептиками. И поэтому возник этот конфликт. Шотландия в целом проголосовала за сохранение всей страны в Евросоюзе. Но дело все в том, что для шотландцев, как вы сказали, это очередной повод для того, чтобы заявить о своем желании отделиться, ну, по крайней мере, 40-50% шотландцев, как мы помним, 45% проголосовало за отделение Шотландии на первом референдуме в 2015-м. И шотландцы это делают не по причине Брекзита, желания Лондона вести себя так или иначе в отношениях с Брюсселем, а потому что эта ситуация уходит корнями в глубокую историю. Глубокая история, да, и шотландский национализм, национальное мышление или самосознание – это вещь, которую нельзя решить с помощью мягкого Брекзита или отказа от Брекзита. Это было, есть и будет. Вопрос в том, насколько в истории или когда создастся ситуация и обстоятельства сложатся так, чтобы большинство населения Шотландии проголосовало за выход. Извините, что перебью, но тогда у них есть шанс на выход? То есть, возможно такая ситуация, что шотландцы проголосуют за выход из состава Великобритании, и Великобритания их отпустит? Во-первых, Великобритания не может не отпустить, потому что по британской неписанной конституции и по всем правилам процесса деволюции, децентрализации власти в Великобритании, это изменения в конституционном строе страны, которые начались при правительстве лейбористов во главе с Тони Блэром, деволюция, она подразумевает, что регионы Великобритании имеют право на постановку вопроса об отделении. И центр не может это блокировать. То есть центр, в принципе, должен дать согласие на проведение такого рода референдума. Но так как уже есть и прецедент в Шотландии, то представить себе, что второй раз Лондон может блокировать законопроект, который принят будет, например, в Холируде, в парламенте Шотландии, о проведении вторичного референдума. Юридически это возможно, но политически, я думаю, нет. И в целом я удивился бы, если бы у меня возможность была оказаться в конце 21 века, я очень удивился бы, если Шотландия к концу этого века оставалась бы частью Соединенного Королевства. Как уже не говоря о Северной Ирландии, где этот вопрос стоит еще более остро. И там даже дело не столько в обстоятельствах, которые могут возникнуть вдруг или неожиданно. Я думаю, там идет речь о законах демографии. В Шотландии через определенное время население, представляющее республиканскую и католическую часть этого региона Британии, будет больше численно. И рано или поздно просто арифметически, если мы представим, что референдум будет проведен и там, то большинство будет гарантировано. И там же речь идет о более простой вещи. Там речь идет не о том, чтобы Шотландия вышла из Великобритании и превратилась в независимую страну. Там идет речь о воссоединении с остальной частью Изумрудного острова. Так что там все намного проще и понятнее.
И последний вопрос, тогда уж если мы заглядываем в будущее, но не в конец 21 века, конечно, а давайте посмотрим 19 год, в момент выборов в Европарламент. Учитывая, что сейчас вот популистские правые партии набирают силу, и то есть у них очень хорошие есть шансы на то, чтобы быть представленными более широко в Европарламенте, в случае, если Европарламент во многом займут политические партии движения правого толка, которые изначально декларировали именно такую евроскептическую повестку. Что будет тогда вот с Евросоюзом, ну, для начала с Европарламентом? Сработает закон Михельса, и все начнут конформироваться, либо там действительно будут какие-то политические изменения, как вы считаете? Я думаю, что евроскептицизм во всех его проявлениях, более радикальном, более умеренном, находится до сих пор на подъеме. Mm-hmm. То, что в такой стране, как Италия, было сформировано правительство, в которое вошли только силы так называемого нового популизма, но уж куда идти дальше? Это показатель, абсолютно яркие популисты, да. Им, конечно же, Сальвини. Абсолютно. Ну, здесь тоже, если рассуждать о популизме, то надо сказать, что популизм по своей природе всегда был прибежищем меньшинства населения. Это было что-то, что, на чем можно было играть там, партиям второго, третьего эшелона. Но когда популистские партии становятся, они когда они представляют большинство электората, угу. А мы помним, что за движение «Пять звезд» и «Лигу» проголосовало более 60% населения, насколько я помню. Совершенно разного, ведь за «Лигу» проголосовало 17% отдельно, если смотреть. Ну, если брать все-таки они второго эшелона, получается, в отдельности. Но они находятся у власти. И Сальвини самый популярный на данный момент, по опросам общественного мнения политик в стране, то эти партии называть популистскими уже очень сложно. Эти партии могут сказать, ну, стойте, мы в правительстве, население нас выбрало, значит, те партии, которые раньше себя считали партиями мейнстрима, угу. партиями политического истеблишмента, эти партии становятся популистскими, за них голосует меньшинство Именно так населения. Они говорят сейчас, именно такими словами. Но надо сказать, что какие бы течения евроскептицизма мы не обсуждали бы, но для меня достаточно ясно, что это движение, по крайней мере, какое-то еще время будет находиться на подъеме, что на выборах в Европарламенте в мае следующего года евроскептики разных мастей, как популизм старый, волны, так и новый, умеренный, радикальный, националистический или интернациональный, левый, эти силы получат значительно большее число депутатских мандатов, чем это есть сейчас. Но я думаю, что это увеличение не приведет к слому, так сказать, всей внутренней структуры фракционной в парламенте. Я думаю, что большинство останется за двумя самыми крупными фракциями. Это Народная партия и Социалисты. Уже ясно, что, скорее всего, главным претендентом на пост председателя Еврокомиссии будет Вебер, который был выдвинут от Народной партии как тот самый основной кандидат на пост председателя ЕК. Но то, что случится наверняка, что разноголосица и разногласия, противоречия внутри Европарламента вырастут, будет более сложно принимать какие-то консолидированные решения. И, естественно, это приведет к увеличению трудностей вообще в
всем механизме принятия решений внутри Евросоюза. И я бы не сказал, что это плохо, но если вы являетесь таким твердолобом, сторонником того, что мы называем либеральный политический истеблишмент, то, естественно, это развитие событий плохое. Но мне кажется, что в Евросоюзе достаточно много проблем и вопросов, которые требуют совместного решения. Да? И должны быть силы, можно с ними соглашаться в чем-то спорить. Но если нет сил, которые высвечивают эти проблемы и ставят вопрос о том, насколько существующие механизмы эффективны и способны решить вопросы, которые привели и к мировому экономическому кризису, и к выходу Британии из Евросоюза, к увеличению социального неравенства между странами-членами Евросоюза и внутри них, привели вот к этим явлениям нового популизма, привели к таким вспышкам противостояния общества и государства, как последний месяц мы наблюдаем, например, уже во Франции. Вы помните, был саммит большой двадцатки в прошлом году в Гамбурге, и центр города тоже представлял собой такое поле битвы между в основном радикально настроенной молодежью и органами правопорядка. И списать это просто на хулиганье очень сложно. Это все-таки вот проявление, ведь сейчас желтые жилеты, многие сравнивали эти события с 68-м годом во Франции. То есть, да, надо выступать против насилия, но ясно, что если в таких достаточно законопослушных странах эти явления имеют место, то значит что-то не в порядке. И повышением там, на 100 евро пенсии или минимальной оплаты труда вы не решите эти вопросы. Это вопросы системные. И в этом плане более сильный такой звонкий голос евроскептиков, он может не столько привести к разрушению Евросоюза, сколько, возможно, привести в чувство тех, кто, у кого пока в основном рычаги власти и принятия решений. Так что вот я думаю, что, может быть, посыпать голову пеплом сторонников единого Евросоюза и европейской мечты после выборов в следующем мае и не надо будет, надо будет просто воспринять очередной более громкий призыв к модернизации, к изменениям, к реформам, как не голос маргиналов или популистов, или националистов, а как сигнал для того, чтобы проводить в Евросоюзе более глубокие социально ориентированные реформы, для того, чтобы вновь возродилась вот эта большая идея социального контракта между обществом и государством, идея, на которой во многом и был выстроен современный Евросоюз после 1945 года. То есть фактически консолидация националистически настроенных партий сейчас вот на лозунгах, если переводить в их лозунги, на лозунгах социальных каких-то реформ в пользу собственных граждан, как, собственно, это делают и итальянцы сейчас. Прима ли итальяне? Сначала итальянцы. Сначала мы сделаем все для итальянцев, чтобы наша молодежь жила хорошо, чтобы наши пенсионеры жили достойно, чтобы наши дети имели возможность для развития. А потом мы будем договариваться с Евросоюзом по бюджету, по отчислениям и по всему остальному. Вы знаете, я бы не называл популистов, новых популистов, сплошь и рядом националистами. В ряде случаев. Все дело в том, что среди них есть и националисты, есть и люди, у которых развито национальное самосознание.
это разные вещи. И здесь надо сказать о том, что Евросоюз, он создан из государств. В Евросоюзе нет страны-члена, которая бы заявила о том, что отказывается от государственного суверенитета и закрывает свой МИД, Министерство обороны, отказывается от своего гимна, флага, от поста, от института президентства или исполнительной власти. Этих стран нет. И если будут проблемы на уровне развития и благополучия стран-членов Евросоюза, то Евросоюз не сможет сделать вид, что в целом ситуация лучше, чем в каждой стране-члене. И в этом плане я согласен с тем, что в ситуации представительной демократии органы власти в любой стране-члене должны в первую очередь заботиться об интересах своего населения и смотреть на то, в каких вопросах эти интересы пересекаются с интересами Евросоюза в целом, для того, чтобы вот это поле пересечения общих интересов было максимально широкое. Но если интересы вашей страны, ваших там работающих или молодежи, или пенсионеров приходят в противоречие с какими-то идеями, которые эманируют из Брюсселя, то здесь надо иметь право сказать «нет». Я думаю, это не противоречит никаким демократическим или либеральным установкам. Так что мне кажется, что чем больше вот эти призывы, эти сигналы, которые идут из национальных столиц в Брюссель, что надо не забывать о том, что Евросоюз – это все-таки не Соединенные Штаты Европы, а в первую очередь это организация, которая создана всеми 28, скоро 27 странами. Мне кажется, что этот призыв в целом, эти сигналы в целом для Евросоюза могут сыграть не медвежью услугу, а наоборот, хорошую службу. Спасибо большое. Будем смотреть в следующем году, как будут разворачиваться события. Спасибо большое за обстоятельный рассказ, за интересный разговор. И я напоминаю, у нас в гостях был директор Института Европы Российской Академии Наук Алексей Анатольевич Громыко. Спасибо вам. До новых встреч.